Меня все спрашивают про погоду в парке. Ну вот у нас сегодня 6 сентября. И как видите, сейчас сколько там, где-то было 12 часов дня, да, то есть я спокойно себе загораю на море, купаюсь, один раз искупалась, еще раз пойду купаться. Приятный такой ветерок, сейчас совершенно не жарко. Кстати, сегодня было или будет полнолуние у нас, вот такой морской. Море сегодня такое очень спокойное, любимое, привлекает какое-то философское настроение. Хочется размышлять о том, насколько прекрасна наша жизнь. Ну, вечерами, это я опять все о погоде, поскольку очень много вопросов. Вечерами, конечно, уже попрохладнее и одеваем какие-то такие кофточки с длинным рукавом для прогулок. Утром попозже приходим на пляж. То есть мы приходим где-то к 10, потом не 11, потому что раньше еще прохладно, еще песок не успевает нагреваться. Но сейчас он очень приятный, теплый. Вот. Мне больше всего нравится, что, как вы видите, сейчас на пляже больше чаек, чем народа. Очень спокойно. И вообще вы, наверное, в курсе, что я не люблю таких пляжей, которые каким-то образом оформлены, с современной инфраструктурой. Мне нравятся вот такие вот пляжи, где можно спокойно общаться с морем, с природой, с небом. Сегодня небо очень красивое, облака такого цвета, какого-то серо-белого, уже они тоже осенние, тяжеловатые. Вот. Но, в принципе, действительно, идет тот самый бархатный сезон. Это очень чувствуется, всем телом буквально ощущается. Прекрасный бархатный сезон с начала осени. Ну, а дальше посмотрим. Следите за моими выступлениями на Фейсбуке, за моим каналом на YouTube. Там будут появляться новые видео, новые рассказы о том, как наступает осень в парке.